Всем привет! Хочу вместе с вами открыть посылочку с сайта Ковтёныш. Заказала я два предмета. Один комбинезон для сына и второй это подарок для племянницы. Здесь идет такой вкладыш. Привет, я зайка. Ну, такой милый. Ковтёныши. А вот здесь какие бывают ковтёнышки. Ковтёныши это дождевики. Это пижама, футболки и вот такие комбезы с ушками, пледы с ушками, шапочки с ушками. И вот такие ковтёныши, которые превращаются в игрушку. Вот такие они интересные. Что у меня? У меня комбез с ушами кота. Вот такими, вот видите, здесь кот. Здесь уши. Сейчас открою, вам покажу. И вот такой единорожек, это на самом деле плед. Он здесь на замке раскрывается и превращается в плед. Я не буду его открывать, потому что это подарок, и я не уверена, что я потом его аккуратно запакую. Но я вам покажу картинку. Плед он флисовый, а вот этот комбез, он из хлопка. Давайте покажу. Такие ушки кота. У меня дети оба любят котов. У дочки уже есть комбез с кошкой розовый. А это я купила сыну, потому что он тоже попросил. Замок. Штаны. Заказала 122. Теперь, думаю, может быть, даже надо было побольше заказать. Вот фирма Ковтёныш. Внутри вот такой с начесом, снаружи хлопок. Покажу вам швы. Выглядит все очень аккуратно. Вот такой он тепленький. Летом, если гуляете, быстро одели. Особенно у нас, если в поездке, мы, бывает, до вечера задержимся где-то. И на сына можно будет одеть. Будет тепло и уютно. Вот такой комбез ковтёныш-кот. Как выглядит сзади. Здесь небольшая резиночка, утяжка, чтобы они не висели. Здесь такая бирочка ковтёныша. Внизу манжет. Тоже прошито очень хорошо. Вот, надеюсь, мой обзор был полезен. Еще покажу, как он выглядит на сцене. Всем спасибо, всем пока. Ну вот так выглядит комбез. Можешь встать? Вот такой. Ну, тебе нравится? Удобный он? Да! Ну, супер!